Какашка. Здравствуйте, друзья. Привет. Мы снова бродим по тайге. И сегодня в наших планах попить чаечку. А просто так пить чай неинтересно, поэтому мы попробуем приготовить себе какие-то вкусняшки. Ну, соответственно, всем своим опытом мы поделимся, как обычно, с вами. Да. Для приготовления чая нам, естественно, понадобится вода. И этим вопросом занимается сейчас Сан Саныч, как раз ищет нам водичку. Мне кажется, вот тут есть. Надо сейчас ткнуть будет. Давай пробьем, посмотрим. В весеннем лесу значительно проще добыть воду. Как вы помните, в предыдущих наших видео достаточно было обратиться за помощью к березке. Сейчас же в тайге лето, и березке мы не сможем обратиться за этим вопросом. Поэтому мы будем добывать родниковую воду, которая в поверхностных слоях земли. Для добычи используем небольшое бревнышко и пробиваем землю. Набрав водички для чая, мы будем разжигать костер. Учитывая то, что мы пошли в этот поход налегке, мы вам расскажем сейчас про один уникальный, можно сказать, запатентованный нами же способ разжигания костра. Наша метода подразумевает использование тайных, скрытых человеческих возможностей. Недавно мы открыли искрометную долю в человеческом организме, поэтому как мы разжигаем костер? Ассистент располагается рядом с костром. И для того, чтобы высечь искру, нам нужно будет нашу долю простимулировать ударом вот в эту область. Для этого мы используем тонкий инструмент в виде полена. Слышь, ассистент, тебе сейчас простимулируют, пизду, дрова ищи мне. Ну ты что, хочешь по старинке, раздуванием? Конечно. Ну, бля, и дуй. Давай, давай. Дуй, давай. Дуй, давай, дуй. Сейчас раздую. Я вчера тебе принес не букет из алых роз, не лилии. Цветочки. Возможно, у нашей методики, конечно, есть еще недостатки. Но мы будем дорабатывать. Смотри, Мишенька, это цветочек богохульник от кашля. Хульник, хульник. Это медовик. Медовичок. Укрепляет здоровье. А это ромашка. Ромашка. Когда простудишься, тоже полезна травка. Ромашечка. Да. Ромашка. А это зверобой. Какашка. Нет, зверобой. Какашка. Ну, какая какашка, Миша? Вот это! Ну что, Мишань, пришел себе? Полегче? Да что-то подотпустил. Манал я твои инновации. Башка гудит до сих пор. Чайку попей нормальный. Я там травок всяких. Да? Каких? Там все. Главное, трава богохульник. Ее еще индейцы использовали для путешествий во времени и пространстве. Наши дорогие друзья.